Доброе утро! Скоро Новый год, и пора подумать уже о праздничном столе. Предлагаю провести генеральную репетицию и приготовить на завтрак шарики из оливье, необычную версию традиционного салата. Сегодня нам понадобится вареная колбаса, маринованные огурцы, куриные яйца, морковь, консервированный горошек, картофель и майонез. Морковь и картофель отвариваем до готовности. Яйца варим вкрутую. Картофель натираем на крупной терке. Следом также натираем морковь. Чтобы не терять время, колбасу тоже измельчаем на терке. Далее идут маринованные огурцы. И напоследок натираем очищенные вареные яйца. В глубокой миске соединяем морковь, картофель, яйца, огурец и колбасу. Добавляем майонез, соль и перец. Все хорошенько перемешиваем. Из салатной массы формируем лепешки. На середину лепешки выкладываем немного горошка. Прячем горошек внутрь массы, скатывая шарик. Отделяем белки от желтка у оставшихся яиц. Желтки натираем на средней терке. Белки также натираем на средней терке. Обваливаем каждый шарик в яичных белках. Затем обваливаем шарики в желтках. Готово! Сочетание простых продуктов дает максимально потрясающий вкус. Симпатичные шарики из оливье напоминают елочные игрушки. Готовятся довольно просто, а выглядят очень празднично. В основе вполне доступные продукты. А получается очень вкусно и, главное, эффектно. С наступающим! Пусть мечты сбываются, а завтраки всегда будут вкусными!